Какой протяженности был Сурский оборонительный рубеж на территории Чувашии? Сколько солдат и офицеров умерли от ран в госпиталях Чувашии? Государственные займы на какую сумму приобрели жители Чувашии в годы Великой Отечественной войны? Кто автор песни, которую исполняет Александр Алексеевич Маляков? Кто из чувашских авторов писал песни, посвященные Великой Отечественной войне? Ответы присылайте по адресу 42830, Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, 10. Национальное телевидение Чувашии с пометкой на конверте «След в истории». Либо по электронной почте. victorina-след21@yandex.ru. We'll be right back.